Мы часто пользуемся вещами, которые раньше принадлежали другим. Покупаем автомобили с пробегом, берем постельное белье в поездах, носим халаты в гостиницах. Да тот же компьютер на рабочем месте редко бывает абсолютно новым, а посуда в кафе и ресторанах почти никогда. Однако многие люди не привыкли также относиться и к собственной одежде, и это напрасно. В секонд-хендах можно найти настолько интересные вещи с историей, что сложно поверить своим глазам. Европейцы, в отличие от россиян, гораздо легче относятся к вещам. Вместо того, чтобы годами складировать одежду и обувь, они сдают ее в специализированные центры, откуда вещи отправляются в магазины. Зачастую экземпляры не просто хорошо сохраняются, а попадают на вешалки совсем новыми. Неудивительно, что жители Читы стремительно отправляются с тележками в шопинговый тур. Удобная навигация позволяет им находить нужный сегмент товара, ведь каждому отведено строгое место. Хьюго, Луи Виттон, H&M, Zara, Мекс. Ценители брендовой одежды рады купить качество за сущие копейки. Все товары проходят дезинфекцию и сертификацию. Кроме того, магазин Mega Hand отличается удивительно выгодной системой скидок. Они растут каждый день. Прошло 7 дней, поступил новый товар. Прошло 14 дней, полностью обновилась коллекция. Спешите в торговый центр «Европейский магазин Mega Hand». Наталья Аршинская, Константин Васильев, ЗапТВ.